Спуск на горизонт минус 380 рудника удачный, путь до рабочего места, осмотр станка, бурение перед камерой и под секундомерой экспертов. Учитываются все операции, ведь собранные данные станут базой для сметных норм всей горной промышленности России. Институт Якутнепроалмаз и главгосэкспертиза сотрудничают по этому вопросу 4 года. За этот период времени разработан и внесен в федеральный реестр более 130 норм, учитывающих современные технологии производства горно-проходческих работ с применением высокопроизводительных машин и механизмов. Появление новой техники и материалов привело к необходимости обновления норм. С ними расчет стоимости работ станет точнее, улучшится качество проектирования.